Thank you.
Ни меча, ни щита. Это большая крепкая клетка. О, поднял. Не знаю, как использовать это с этим. Теперь у меня есть лук. Очень полезная штука. Попробуем. Ага, достал. Подходит. Я свободен. Ну, почти.
Не знаю, как использовать это сайт. Так, посмотрим, что тут можно интересного найти. Не то. Тоже не то. Это не то. А, вот. Зелье омерзения свежих зверей. То, что надо. Ингредиенты. Зеленая вонючая жидкость, как основа. Красный пятнистый гриб. Сушеный корень. Тщательно перемешать. Пить охлажденную. Корзинка с какими-то травами и корешками. Посмотрим. Ага, то, что надо. Посмотрим. Ага, то, что надо. Взял бы, да некуда положить. Туда его. Туда его. Надо бы что-то тщательно перемешать. Может, кролик хотел угостить меня? Да ему там будет. Я вижу, вполне так пригодно. Что было здесь по пещерам всех кролей? Не, я бы не стал такого же не знаю. Возьму. Для собачки. Я буду пробовать то, что сам не готовил. Не, я бы не стал такого же не знаю. Ага, все по рецепту. Попробуем. О-о-о-о-о-о-о. Где мы взял почитать, что библиотека тут использует? Где мы взял почитать, что библиотека тут не высветится? Маленький себе так сказать.